Нормально. Божественный промах. О, нормально, пулеметчики сняли. Это еще не все. Так. Нормально, тоже минус. Про тебя-то я забыл, товарищ. Извиняй. До свидания. Кто там подпердывает, а? Иди сюда, на. Тут без этой пушки ты хрен справишься, так понимаю. А ты-то здесь что все время сидишь, ни хрена не делаешь? Так, вы, может, все подниметесь, а? Заколебали. Кто такой наглый? Ну, держи. Потому что нефиг лезть, потому что нефиг лезть. А что это такое? Здесь по-любому взрывчатка. О, радиостанция есть. Радиостанция. Что она дает? Да не пулемет, дубина, господи. Божественные люди. Это что-то на уровне обезьяны или даже выше. У тебя бракованная ракета, парниш. Извиняй. Орудие, мать его, разверните, я вам приказываю стрелять, нет? Вам не показалось так? Поздновато вы заметили меня вообще. Слушаю, командир. Сейчас оттуда еще поползет кто-нибудь, да? Конечно. Что с этим домом не так? Огонь прикрытия! Сейчас! Огонь прикрытия! Сейчас! Да. Пушка как-то не очень. Мне нужно минимум 152 миллиметра. Меньше калибр я просто не признаю, да? Что? Стреляем на счет 39? Что? Что? Эй, пулеметчик, привет! Я так долго к тебе пробивался, ты не поверишь. Ты сдох хотя бы, сдох, молодец. Лязг гусениц, твою мать, рушащиеся стены? Понятно. Сейчас будет очень плохо. Хетцер. Чё, фугаса не хватит, хотите сказать? Классно. Да, командир. Не.
Фееричное зрелище, надо сказать. Да выберись ты из этой пукалки-то, а! Засел, блин, и держится за нее. Пускать не хочет, как будто миллион баксов нашел. Нам двигать пора дальше. И совсем с чем хотели разобрались. Можно и дальше идти. Так. Тут еще парочка долботрясов нарисовалась. Такое ощущение, как будто они прутся бесконечно, непонятно откуда. Из адской клоаки вылезает. Нихера себе он кинул отсюда до сюда. А у этого? Ладно, сам кину. Хопс. Хопс. Беги! Прыгай! Стреляйте! Тормоза. Тихо. Божественно! Просто божественно. Вы это видели? Это апофеоз божества просто. Ладно, ему тоже гранату кинь, окей. Уговорил. Раз по-другому нельзя. Давайте посмотрим, что здесь вообще происходит. В ящиках у них. Хотя бы для пулеметов патроны нашли. В ящиках, конечно, пусто, а здесь что? Тоже, конечно, пусто. Все, я думаю, можно прятаться здесь. Такой расстрел чувака устроили. А этих не хотите так же расстрелять, нет? Кто тут орёт? Кто-то, по-моему, изнутри орёт. Да. Держи. По-моему, это была далеко не самая лучшая продуктивная идея. Лучше такого не делать. Нафиг полезли отсюда. Пошли дальше. Там какой-то безумный пулеметчик. Подойди вплотную, правильно. Вообще выруби его с кулака. Вот что они стоят, они ни хрена не делают. Потрясающе. Надо здесь пулемет снять. Где он тут вообще стоит? Что-то не вижу. А, нихера себе. Нихера себе он запрятался. А в этого парня теперь никто не хочет гранату кидать. Он даже не заметил. Да ты прям Сэм Фишер. Он даже не заметил, как что-то взорвалось. Огонь прикрытия! Сейчас! Держи. Парень, прием ты в домике, тебе не поможет. Ладно, идем за пулеметом. Упс. Здесь ботаники безумные спрятались, походу. Со всех сторон причем. Кто там оружием клацается? Алло. Я вам поклацаю. Я вам гранаты сейчас по каске поклацаю. Че, все? Кончились? Сейчас проверим. Кто у меня в задницу стрельнул? Алло, ну это не... Невоспитанно? В задницу моему чуваку стрельнул фриц. Ка я думал, что все уже, в принципе, хана.
Так, ну и чё? Я слышу опять. 25. Кто-то едет, блин. Стреляем на счёт 3-4. Да неужели? Нехило кинул, кстати. Кто там едет-то? Что-то мне это не нравится. А, кто-то... Кто-то здесь. Куда-то катится. Ну? Гоните его, насмехайтесь над ним. Опять цветочники там. Воду мутят. Со всех сторон, блин. Надо занять нормальную позицию хотя бы. Хоть что-то похожее на позицию. Парень, тебе лучше бежать, а не ползти. Опс, в доме еще кто-то. Или нет? Да ни хера у вас пока не получилось. Успокойтесь. Надо еще пулеметчик снять как-то. Так, я этих парней вообще потерял теперь. Так, надо обеспечить. Бумс. Нормально, а вот это уже ненормально. Я подставился. Кого там патроны кончились? Не бзди мне тут. Так, давайте только без смертей. Вот сейчас будет глупо. Очень сильно глупо. Так, петухан, тебе стоит успокоиться. Бумс. 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 Какого черта они автоматически этого не делают? Раньше все было автоматически. На стимовской версии нет, они не хотят так делать. Хотя могут. Чё. Вполне. Позиция позволяет. Раз они это сделали только что. После моего приказа, правда. Я, честно говоря, не понимаю. Там, оказывается, тоже пулемет еще работающий. Классно. Да, ползите, конечно. Ползите, ползите. Огонь прикрытия. Сейчас. Кто кидается? На родину. Держи. Надеюсь, тебе понравится. Ему сильно понравилось. Так, 36.